Кстати, я перестал курить после того конфликта, который меня очень расстроил. Но все равно просто видишь, в чем проблема этот. Не знаю, как его назвать будет. Когда меня увидят, будет орать. Таким. И что мне, в ответ что ли орать? Так же. Что вообще происходит? И у меня будет стресс, и мне захочется закурить сишку опять. Какого черта? Я ему объясню. Я понял, я больше не буду. Потом он говорит, заткнись. Пошел. Вообще жесть. Он, я не знаю. Это только в России. Я не знаю, что я хотел попить хотел. Короче, я решил больше не курить. Я к тому же. В принципе, курил, когда мне было хреново в основном. Когда устаешь, там вот эту игру делаешь, там просто. На самом деле, сидя за компом и делая игру, я не знаю, я не знаю, просто лично я, у меня дефицит внимания или что, устаю. Там на самом деле это не так-то просто, вот это вот все картинки, которые вы видите, охерительно шизанутые, где дофигища зданий, там всего понапихано. Это на самом деле не так-то просто все это сделать, совместить из разных скриншотов. Там знаешь, сколько я накачал? Короче, так. Зомби, да, и постоянно артиллерия назад отходит и стреляет, а вторая, ну, то есть танки все разбиты, да, бункера тоже захвачены зомби. Третий эшелон отъезжает, артиллерия отъезжает назад. Там тоже какие-нибудь танки, вышки. И, короче, вот так стреляют. И так три, ну, сколько хочешь. И так дофигища зомби поляжет. Это от напалма-то сколько? И от артиллерии еще. А если еще какие-нибудь ракеты это база. С базы. Запускать. Я, кстати, Рыбникова вспоминал сегодня. Я думал, блин, я как бы применить его талант. Ведь у него, ведь это действительно редкость. С такой интонацией такой мем создать. Это база и ульт, где он ультует прямо это. Ноль. Ноль. Это вообще, это как вот можно применить? Как это можно вот к успеху прийти? Вот. Если бы вот у меня была такая фишка, что у меня вот такой голос, и у меня про меня мем такой сделали, типа где. Но, блядь, как можно было вообще такое придумать? Извини за мат. Вот я думаю, блин, конечно, это, ну, неприятно, что над тобой смеются, но, блин, как бы это применить? Может, стендапом. Выходит, ты представь стендап. Там собираются фанаты этого, ну, вот этих неуважаемых мною.